Я принимал душ, а он открыл дверь и спросил, что я делаю. А потом посмотрел и такой... И просто ушел. Я был не уверен, что произошло, поэтому вышел, и прямо возле корзины с грязным бельем стояла его миска от хлопьев. Он просто ее оставил здесь. Он даже не помыл ее за собой. Вперед! Два флага, четыре участника. Они быстрые. Они спускаются очень быстро. Эй, почему мои санки такие медленные? Они останавливаются. Младшие мемберы побеждают. Что происходит? Джин реально в этом плох. Что с ним такое? Джин, что происходит? Посмотрите на Джина. Это так унизительно. Посмотрим, к чему приведет их партнерство. Господи боже! Джин двигается вперед. Отлично, теперь остановись. О нет, он не останавливается. А у тебя было лучшее направление. Я думаю, он откатился дальше, чем я. Я ближе? Да, к центру. Мы не сможем пройти этот сложный уровень. Обращает внимание на Чунгука. Это и правда очень тяжелый уровень. Я улыбаюсь через боль. Я вижу, как он паникует. Внимание, мы наконец нашли то, в чем Чунгук не так хорош. Мы это нашли! Осталась только одна? Две? Нет, три. Это вообще возможно? Я просто первый раз играю. Мне нужна сила богов. Я думаю, оно сейчас выскочит. Ты реально проиграешь. Давай поменяем? Нет, нет, уже поздно. Я тоже так думаю. Да? А я до сих пор в безопасности. Вставляет меч очень аккуратно. До сих пор в игре. Она сломана или он счастливчик? Тут только одна осталась. Я настоящий счастливчик. Выбери себе партнера. Чонгук, он самый тяжелый в BTS. Он что, решил сосредоточиться на силе? Внимание всем, Чонгук весит 70 килограмм. Это керлинг. О нет, слишком сильно. Моя перчатка! Пока-пока, перчаточка. Мы были счастливы вместе. Там моя перчатка. Пока что он кругу ближе всех. Оно должно быть в середине, да? Да. Кто ближе всех? Это Джин. Тэхёна, ты проиграешь, если не наберешь 100 очков. О, Чимин, отличная работа. Атака мечом. Финальный раунд. Кто будет победителем? Услышали сигнал, но не могут сдвинуться с места. А как он двигается? Делает все, что в его силах. А почему я кручусь вокруг? Я хочу ехать вперед. Использует свое красивое лицо, чтобы подурачиться. Ты такой дурачок? Он настоящая звезда. Господи боже. Он испугался, как настоящая звезда. И какой результат? Третье место. На удивление, занимает Джин. Серьезно? Церемония восторга от Джина. Откуда у тебя их так много? Мои поздравления. Отличное празднование. Он знал, что он победит, и подготовился. Профессиональный айдол. Еще не началось даже. Джей-хоп! Он очень сосредоточен. Это нонсенс даже для меня. В это время Джей-Хоп увеличивает счет. Я в первый раз вижу человека, который держит шар вот так. Это какое-то боевое искусство? Что ты делаешь? Не так, нет, вот так. Теперь посмотрим, как Джин играет. Это что, был апперкот? Он ударил так сильно? Серьезно, у меня даже плечо болит. Давайте больше не будем играть в боулинг. Я очень постараюсь.
Летающий мяч попадает прямо в жёлоб. Серьёзно, просто невероятно. Мой большой палец застрял. Если вам понравилось, поставьте лайк и... Раз, два, три. Подпишитесь на канал. Да, они смотрят и даже не лайкают. Мы вас любим. Спасибо за просмотр. Хорошо кушайте.